Посмотрите, что творит этот дебошир. Быкует во время стердауна и тычет руками в лицо сопернику. Похоже, он намеревался запугать бойца из Казахстана. Но по лицу казаха видно, что он не воспринимает выходки этого клоуна всерьез и реагирует на это с ухмылкой. А уже во время боя провел профилактику мозгов этому понторезу.